Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на новую серию PMT игры, это на Seasoning Planet Server номер 2, и как вы знаете, недавно вышла обнова, которая называется 3.14, и в принципе мы уже все самые такие основные вещи из нее посмотрели на протяжении вот последних серий, которые выходили, но остался еще один момент, который мне кажется весьма и весьма интересный. Дело в том, что с недавнего времени существует эдакий кейс новинок, который появился, ну, где-то в прошлом году. То есть, типа, когда выходит обнова, все машины, которые новые появляются, либо какие-то обновляются, они попадают в этот кейс. И вот в случае с последним обновлением, интерес для меня открыть этот кейс возрос в разы. Потому что автомобили из последнего обновления. Значит, Audi S8, ну, в принципе, неплохо. BMW X5 ME70 остался, он был добавлен еще в позапрошлой обнове, получается. И вот теперь, внимание, Bugatti Chiron. Так как его обновили, убрали вот эту версию там суперспорт и сделали как бы обратно вернули Chiron, просто на него теперь можно ставить различные комплекты, он как бы считается обновленным и, соответственно, он появился в этом кейсе. Это самый дорогой автомобиль, который вообще вот, ну, можно себе вообще представить. И если чисто логически попробовать поразмышлять, получается, что на данный момент из кейса новинок шанс выловить Bugatti Chiron должен быть больше, нежели из других кейсов. Потому что если мы, например, возьмем тот же кейс Гипер, у нас, конечно, тут есть автомобили класса Гипер, где у нас есть тот же Chiron и еще три автомобиля. Но здесь также есть куча лакшери тачек, куча тачек класса бизнес, которых, ну, просто тут навалом. Плюс три пушки, плюс три футболки и, как бы, ну, кристаллы, ладно. То есть, получается, если вот это все сопоставить, еще и Гипер стоит дороже кейс, то из кейса новинок шанс выловить Bugatti Chiron получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 автомобилей, 1 к 10. Но естественно, шанс выпадения Chiron, я думаю, что уменьшен просто до каких-то колоссальных значений. И там чуть ли, наверное, я не знаю, как в процентном соотношении, как это вообще представить. Но, наверное, практически нереально, тем более из этого кейса его выловить. Сегодня мы это проверим, мы откроем, я думаю, что минимум, ну сколько, 10? Я думаю, что 10, а может быть даже 15 этих кейсов. И если эта серия наберет 11 тысяч лайков, то еще мы устроим дополнительно битву кейсов с Яриком, где тоже попробуем открыть именно кейс новинок и попробовать выловить из него Chiron. Друзья, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятнейшего просмотра. Соответственно, моя главная задача, моя главная цель — это Bugatti Chiron. Также я был бы очень не против выловить Audi S8, Ешку 63-ю обновленную, 213-ю, ну а там уже, ну, Supra и X5 ME70 уже такое, но тем не менее. Главное, чтобы это была не четырка, потому что она стоит 300 тысяч, не Mark 2, не Silvia S14, ну и дальше по списку, соответственно, автомобили, которые не особо дорого стоят. И, естественно, я думаю, что в этом... Ага, ни одного Chiron'а. Я более чем уверен, что практически нереально его выловить. Ну иначе, ну представляете, был бы каков шанс, если бы реально 1 к 10, да? И практически каждый таким образом смог бы попробовать выловить. Поэтому я думаю, что здесь все-таки то, как я прикинул, не совсем работает. Но тем не менее, вот это вот как-то, ну... Ну а вдруг? Ну пока он даже здесь не появляется. То есть он даже здесь не вертится. То есть вторая попытка и падает... Мягко говоря, такое себе. Civic Type R. Короче, пока дешман. Пока дешман, который меня вообще не устраивает. Хорошо, третий. Третий. Я буду рад, если он даже появится хотя бы. Нет, он не появляется. Он не появляется. Он даже не появляется. Supra. Он даже не появляется. Просто-напросто. То есть, мне кажется... Понимаете, вот этот шанс 1 к 10, это хотя бы, что он из этих вот всех машин, которые вертятся, появится хотя бы. Ну, естественно, шанс, что... Я можно отвернусь, я не хочу даже смотреть. Я уверен, что сейчас опять его не будет. Но, тем не менее, я просто вот хочу проверить, реально. Хочу проверить. Ну, я думаю, что там его не было, и выпала какая-нибудь четырка. А, кстати. Хо-хо-хо-хо-хо-хо! А это неплохо! Это очень даже неплохо. Ешка 63-я обновленная, она как бы, получается, стоит 9500, если я не ошибаюсь. Это как бы по цене, да, 9500, это по цене, получается, второй автомобиль. Третий автомобиль, потому что S8 дороже. Ладно, хорошо, подождите. Еще рано делать какие-то выводы. Но не знаю, вертелся ли до этого сейчас, когда мне Ешка выпала S8, блядь. Ладно. Хорошо. Вот после этого сейчас должна... Блин, а может реально это получается сейчас на данный момент самый выгодный все-таки кейс, нет?
Может такое быть? Ну, как бы, ладно, Mark 2. Нет, сейчас, наверное, говно будет сыпаться. Я даже, честно говоря, что-то не считаю, сколько я уже открыл, потому что что-то мне это... Опять Ешка есть, опять Супра. Ну, две Ешки даже, две... Я все-таки считаю, что битва кейсов должна произойти, потому что это будет очень интересно. Еще если это все считать, это прям будет вообще жесткая битва, я считаю. Так, ладно, вторая Ешка. Вторая Ешка, хорошо, хорошо, меня это устраивает. Сейчас еще S8, если... Блин, ну Широна нет вообще, то есть просто в тупую, как будто он здесь и не существует. Еще одна Ешка! Она всяко стоит же дороже, чем 500 рублей, правильно я понимаю? Я не силен в этих конвертациях, но, по-моему, так оно и есть. Три Ешки практически подряд за 9500. Ну такое, мне кажется, Ешка где-то косарь с чем-то должна стоить. Нет Широна вообще, вообще его нет. Все, можно забыть, просто можно забыть. Даже не пытаться его здесь увидеть, не то, чтобы как-то выбить его. Сейчас попробуем, конечно, все-таки насладиться тем, чтобы его увидеть. Ну, не, нихера. S8 или Ешка, пожалуйста, это будет реально топчик, блядь, Марк. Все, короче. Все, я думаю, что на этом точно сейчас все закончится. Вряд ли, типа, больше трех Ешек выпадет. Вряд ли. Так, ну, X5M, кстати, еще не падал, да, получается, насколько я запомнил. А вот и он, блядь! Ну, то есть, получается, как бы, вторая, третья, четвертая машины по цене сверху, да, если брать, то они мне выпали. Ну, хрен знает. Но Широна я не увидел. То есть, вот, если рассчитывать прям вот тупо открывать этот кейс из-за Широна, я могу сказать, ну, блядь, такое. Ну, типа, ну, такое реально. Шансы вообще ноль. Ну, типа, он даже не вертится здесь. Так, Марк 2. Ладно, давайте еще, наверное, сколько. Я не знаю реально, сколько я открыл. Сейчас у меня бабосы уже, скорее всего, закончатся. Нет, нету его, блядь. Я его рассчитывал просто увидеть, блядь. Его нету. Блин, может по приколу открыть один гипер? Просто разбавить атмосферу. Вдруг, прикиньте, в итоге сейчас из гипера мне падает Широн. Может он тут хотя бы появится или что-то? Ага. Я не знаю, что-то... А, ну хуйня, да? Ну S5 всяко стоит. Не-не-не, хуета. Хуета, мне не нравится. Нет, давайте все-таки продолжим новинок. Как я его еще прозвал в свое время, кейс-новичок. Ой, блядь. Ну, как бы вот такая ситуация. Опять X5M, что, в принципе, неплохо, но... Не, мне кажется, если все вот это посчитать, то, скорее всего, я в плюсе пока что. Я все равно пока что в плюсе. Хотя, конечно, марки эти стоят вообще ни о чем. Ну, либо я плюс-минус вот то на то и вышло, либо чуть-чуть в плюсе. Хотя, не, наверное, в плюсе, блядь. Пацаны, если кто вот, опять же, закреплю, лайкну комментарий, кто потом в итоге посчитает потраченную сумму и полученную, если, опять же, конвертировать, типа, покупку за донат-валюту, вот эти вот все машины, которые у него выпадали. Очень много Ешек и, блядь, все равно Марк 2. То есть, опять же, если даже 5 Ешек крутится, это не факт, что не выпадет 6-я, которая окажется Марк 2. Поэтому, как бы, в это тоже особо... Блядь, ну, я не вижу Широна. Ну, за столько, это сколько уже? Всякое, наверное, какой-нибудь 10-й как раз-таки, 4-ка. Ну, это вообще бред, конечно. Это такой, это прям конкретный минус. Это прям конкретный минус. Я ни разу за 10, условно, или сколько я там плюс-минус открыл кейсов, я не увидел Широна. Его просто здесь нет. Его просто, блядь, здесь нет. Это, конечно, пизда как обидно, потому что пропадает весь смысл, как бы, пытаться бороться за Широн именно в кейсе новинок. Просто, то есть он... Точно так же, как и в гипере его встретить практически нереально, так и здесь. То есть, вне зависимости от того, что машин не так много в этом кейсе, он все равно здесь даже не появляется. Все, давайте последние три. Я надеюсь, что у меня там хватает. Я не знаю, сколько общее количество было. Я просто хочу увидеть хотя бы Широн. Ешка, давай, пожалуйста, по-братски, а? Ну, Супра чаще всего, по-моему, падает, кстати, если не ошибаюсь. Так, еще два. Отвернусь. Может быть, тогда я тоже отворачивался, был Широн, не знаю, но сейчас попробую вновь отвернуться, и будет смешно, если я тогда отворачивался, был Широн, и сейчас Широн. А, ну заебись, это вот то, чего я, в принципе, я вообще думал, что четырок будет больше всего падать, но нет, все-таки средние машины какие-то падают, да и в том числе, блядь, три Ешки, которые практически подряд были. Все, я не увидел Широн, пацаны, я не увидел Широн вообще, блядь, еще и четырка, все, я говорю, сейчас какой-то момент все переключилось и пошло по пизде. Все, последний, ладно, последний, финальный. Сейчас четырка, и я понимаю, что нет Широна, все, его нет. И его здесь нет, блядь. Ну все, хуета, короче. Ну, я могу сказать, что я с одной стороны пиздец как расстроился, потому что я рассчитывал, что будет Широн вращаться. А с другой стороны, как бы, получается, сколько машин? Ну-ка, сейчас попробую посчитать. Получается, первое, что мне выпало, это была Сильвия S14. Соответственно, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ебать, чё? Я что-то психанул. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, оказывается, я открыл. Я даже...
Вот что значит, блядь, не считал. Так, а у меня там что осталось-то? Ладно, давайте 25. Пусть будет 25. Пусть будет 25, все-таки такое ровное число. Все, сейчас последний, реально уже. Снова нет у нас Широна. Кстати, еще Эвик 10 редко. И вот он, собственно говоря, и выпадает. Он тоже почему-то редко появлялся, вращался здесь. По итогу, в начале было лучше. То есть, получается, под конец уже пошли тачки, типа, очень участились четырки. Ну, супры тут были, Сильвии, Марк. S5 это из ги... А, ну гипер я еще открыл. Значит, получается 24. Так, подождите, стоп. Надо именно, чтобы 25 новинок было, и все, получится 26. То есть 25 новинок и один гипер. Нет, никакого Широна вообще. Как будто это просто по приколу. Вот это, кстати, возможно, очень сильно поменяет ситуацию, учитывая, что последние были там четырки всякие и прочее непонятное, дешевое. Не то, что мне нужно. Я не буду называть четырку говном, потому что четырка все-таки не говно, но просто оно, к сожалению, не стоит дорого. О, на Сивике у нас 3 пятерочки номера. Я так номера сразу прочекаю. И, в принципе, если не ошибаюсь, больше ничего нет. Да, больше ничего. А, ну еще вор 262 зеркалочка, если можно тоже ее, в принципе, посчитать. Причем пиздатые номера на тачках подешевле получается, да? Еще, как бы, тут еще есть СМК 200. Ну, это все такое. По итогу, как бы вот такая ситуация. Ну, номера, по сути, да чё, кому вот... Ну, зеркалка, Подмосковье, ну, как бы, 262, вор, ну, хрен знает. А здесь у нас РНО. Ну, хотя, кстати, вот сколько, кстати, такой номер бы стоил? Пацаны, напишите, пожалуйста, вот если его просто продавать, его кто-нибудь купит вообще и за сколько? 3 пятерки на 777 регионе. В целом-то, да? Неплохо. Буквы рандомные получаются. В общем, если тачки посчитать, я думаю, что это либо то на то. Хотя, наверное, все-таки... Бля, я... очень сложно, потому что Ешки были, и были С8, и поэтому это все нужно реально посчитать. Я думаю, что то на то. Плюс-минус там условно 300-500 рублей. Вот я думаю, что примерно такая ситуация. В общем, друзья, 10 тысяч лайков, и мы устроим уже битву кейсов с Яриком. Откроем, ну, наверное, по 15, я думаю, что по 15, может быть, по 20, может, по 10, не знаю, что-нибудь так. Попробуем сразиться, и плюс ко всему, дополнительно еще раз попробуем поохотиться на Широн. Возможно, хотя бы у Ярика он пролетит, или у меня, например, то есть, ну, а может быть и выпадет кому-то. Но это будет фантастика, конечно, но тем не менее. Так что, друзья, огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.